Комхоба он будет подавать. Удар Зотова, вот это гол! Какой потрясающий мяч забивает Александр Зотов. Это фантастика. Слёта с линии штрафной. Просто чудесный выстрел. И нужен срочно повтор. Срочно. Сколько таких ударов мы видим в сезоне? Сотни. Там есть помощь. Это он! И Эми, и Гангадзе. Ну кто ожидал, что он отсюда будет бить? Не знаю, есть ли ошибка здесь Дмитрия Терновского. Он накрыл ближний угол. Попытался вытянуться, чтобы бить. Удар в дальний. Но уж слишком здорово пробил Георгий Гангадзе. Косинчук прокидывает мяч по ходу, удар в дальний! Роман Косинчук, 3-0! Вау! Для передачи вот этой тонкой от Джозефа Ады проник между двух соперников, и мяч в дальний угол отправляет Роман Косинчук роскошным совершенно ударом. Завинчивает мяч в притирку со штангой. Хватаются сейчас за голову, наверное, все болельщики Воронежского «Факела». Ясенцев, удар по воротам и 2-0! 2-0, это Артем Делькин, судя по всему. Какая искренняя радость на скамейке запасных тольяттинцев. Ну вот действительно характерный жест, что такой в нокаут сейчас, скорее всего, отправляют воронежцев тольяттинцы. Олейник. Выход на ударную. Ну, можно, конечно, уже ногу занес справа и в перекладину. И от спины голкипера мяч отлетает в сетку. Олейник забивает едва ли не первым касанием. Мяч в ворота гостей. Никто его не встречал в опорной зоне. Я понимаю, как сейчас Опухов недоволен. Причем закучился мяч в ворота и гол! Вот это да! Сухого листа сейчас на свой счет записывают футболисты томской команды. Вот это да! Кстати, смотрите, какая интересная траектория. Может быть, ветром сдуло? Ветерок-то вроде сейчас есть на кристалле, но, кстати, не такой сильный, по крайней мере, по флажкам.